CSGO Polygon.com – это не только самая популярная рулетка и CoinFlip, а еще и ставки на матчи. Только тут тебя ждет минимальная комиссия и выгодные коэффициенты. CSGO Polygon.com – делай ставки на матчи с нами. Ну что ж, друзья, вторая карта под названием Train нас ожидает в матче Pride против команды Penta. Ну и смотрим за вторым полуфиналом такого замечательного турнира, как Binary Dragons CSGO Polygon Cup по номерам 1. Ну и давайте посмотрим, чем же закончится вторая карта. Теперь же команда Penta находится в качестве фаворита на данной карте. Ну а Pride, давайте посмотрим, смогут ли как-то себя показать. Я вижу, тут у нас некоторая проблемка имеется с логотипом Pride. Но ничего страшного нет. Ну что же, поехали смотреть. Penta начинают у нас за атаку. Ну и будет пытаться показывать, конечно же, свою замечательную игру. Но вот смогут ли ребята нам все грамотно рассказать, как они планируют. Сейчас посмотрим. Ну что же, ХС первый проходит. Будет рваться сейчас на нижнюю вместе с своими тиммейтами. Хотя нет, все же стягиваются не наверх-низ. И быстрее всего будут уже выходить и раскидывать точку А. Что же, граната у ребят имеется. Ну и можно что-то интересное оформить. Да, наверх-низ спускается. Риц на приеме. Минус один делает. Дальше отходит назад за трансформатором. Тут же Иноцент пытается оформить фраги. Вместе с Аней они это успешно оформляют. Сани дальше проходит по шестой линии. Замечает еще Эксуса. Но, правда, Минайс, видим, забирает Сани. И я не понимаю, что происходит, но видимо, все нормально. Продолжаем дальше смотреть. Минус 2 от Луза. Ну и как раз дефьюз бомбы. И команда Pride берет тот самый пистолетный раунд. 1-0. В пользу команды Pride берут поляки такую вот интересный пистолетный раунд команды Penta. На самом деле он бы круто получился, если бы не вот уход Рица с этим фрагом на отходе назад. Это просто шикарно все было сделано. Ну и без этого фрага, мне кажется, ничего бы дальше не получилось у команды Penta. Минайс тем временем забирает у нас Кристалла. Дальше же отправляются у нас игроки команды Penta всей своей дружной компании в количестве 3 человека на точку Б. Один всего лишь Санни был у нас на зелени, но тоже свое движение делает в коридоры. Кстати, в спине находится Минайс. Минус 1, минус 2 и минус 3 должен тоже залетать. Да, забирает 3 и 4. Как же без него? Минус Санни. В итоге это минус 5, даже я бы так бы сказал, от Минайса. В итоге 6000 уже есть у него на руках. И ну, там закуп от команды Penta. Это интересно, на самом-то деле. Есть закуп от Penta, ну и попытаются сейчас на самом-то деле как-то застать врасплох как раз своих оппонентов, которые вот с юпами бегают, которые вот такому вот вряд ли будут готовы. Так, ну пока остается у нас пауза. Сейчас вроде бы как назад должен подключаться как раз.
игрок пенты. Так, ну что, друзья, ожидаем, ожидаем, ожидаем. Сейчас нам как раз поменяют логотипы, все будет нормально, не волнуйтесь, все будет здорово. Ну, пока у нас пауза, хочется напомнить про мега-конкурс. Опять же, кто еще не знал, кто только подключился, то, что как раз Binary Dragons разыгрывают неплохой красный нож, который будет очень полезен для любых действий. Все, что связано с Counter-Strike Global Offensive. Более подробно можете, опять же, найти в их группе. Там запись у нас закреплена, или же вот в чатике ссылочка залетает иногда, где вы тоже можете все найти и как раз ознакомиться, что надо сделать, куда подписаться, куда и зачем, и почему, и что это вообще такое. Что ж, ожидаем как раз последнего игрока команды Пента. Санни у нас не выдержал. Решил ливнуть, пока еще не поздно. Ну, на самом деле, не знаю, что вот Пента собирается делать. Попытаюсь сейчас посмотреть, играла ли данная команда тот самый Train. Почти она сыграла в четвертьфинале тот самый Train против команды iGame. Все же не вышло у них это сделать, потому что это была третья, как бы, карта в Best of 3 серии, но закончилось все со счетом 2-0 для них, поэтому вот не смогли себя показать именно там. Касательно групповой стадии, команда Пента, я вижу, играла Overpass, играла Train против команды Alternate Attacks, 16-11 закончилась эта встреча. Ну и против команды Tricket тоже отыгрывала. А, нет. Нет, я ошибся. Я ошибся немножко. Ну, короче говоря, играла два раза. Train. Не, один раз как раз Train играла на этом турнире. Ну и получилось выиграть у нее это. Такс. Так, ну я тут еще информацию нашел просто немножко про команды. Смотрю, что команды Pride
как-то больше ходовая трейн, чем у игроков пента. Что-то вот мне статистика такое показывает, что совсем что-то не играют у нас игроки команды пента трейн. Не знаю, так ли это. Ну вот в этом году только было сыграно сколько, 4 матча официальных. Ну и 4 матча выиграны, кстати говоря. Это против команды Space Soldiers, против команды Team Spirit из России, Alternate Attacks, то, о чем я говорил как раз, ну и против датчан. Рагвая, по-моему. Ну, не знаю. Такая себе, мне кажется, статистика. Чтобы сразу выбирать тот самый трейн для себя. Да, в принципе, Pride не так уж и много сыграли матчей. В 5 на Детрейне в этом году. Вот касательно выигрыша на этих картах, то... Их всего лишь 2 из 5. Но опять же, можно списать на сильных соперников, которые им попадались. Но такое, такое себе. Ладно. Что-то задерживается у нас. Слишком долго. Санни, хотя вот он присоединяется. Наш Финн. Обратно. Года этому парню. Как видим, катает Counter-Strike довольно-таки неплохо. Судя по карте The Mirage, которую мы уже смотрели. Такс. Касательно паузы. Будет ли она отжиматься или нет? Было бы неплохо, если бы отжали. Так, ну и вернемся к игре. Давайте посмотрим, что же смогут сделать команда Пента. Как-никак ребята закупились. По идее, опять же, могут сыграть какой-то фаст раунд, попытаться. Но с другой стороны, опять же, против Юмпо, как бы, надо дистанцию иметь очень-очень хорошую. Поэтому будут планировать отыгрывать как-то через слоу раунд. После уже чего, возможно, уже куда-то напоследок и выходить. Поэтому такое дело. Так, ну и снова закупается до пента. У Сани просто оружие пропало, по-моему. Поэтому вот такие дела произошли. Снимается пауза, ну и поехали смотреть. Луз проходит потихонечку в зигзаг, откидывает сразу же молотов сотку, чтобы не было фаст выхода. Ну и Риц продлевает данный молотов. Как видим, абсолютно ребята не отпускают, тем временем под Б. Ой-ой-ой-ой. Убивают просто троих игроков защиты, но Луз, видим, зигзага приходит, минус один он делает, после чего его убивает. И последний Риц остается против троих. Кристалла, видим, бомба на руках, уже идет установка. В итоге... Потащит ли Риз такую вот ошибку от его тиммейтов? Но шанс малы,
шансы малы, поэтому вообще просто закрыто отыгрывает команда Пента в такой вот ситуации. Ну а Риц игра идет на капсуле, правда его принимает уже Димзан. 2-1 становится счет в матче, и пауза, как мы видим, еще одна взлетает от ребят, и еще, наверное, подождем каких-то тут интересностей. Которые могут быть. Ой-ой, и Найс 74 на руках находится. Слушайте, тут Прайд могут закупиться просто-напросто. Сейчас попытаться что-то раздать. Вот это тот самый единственный раунд, который Пента взяли. Что, мне кажется, так и будет. Ну, в чем проблема? В чем проблема? Понятно. Такс. Ну вот по мапулу я еще не говорил, то что вот третья решающая будет у нас кэш-карта, поэтому если что, на нее сразу же ребята будут приходить, если же будет ничья и Пента возьмут свой выбор. Но, честно говоря, что-то вот сложно, мне кажется, будет сейчас им как-то отыгрывать. Поляки могут и не отпустить, мне кажется. Но опять же, судя по начальным раундам, судя по тому, что ребят показывали на карте Мираж, довольно-таки серьезно. Прайд могут подходить к делу, ну и довольно-таки жестко настреливать. Так, ну как я понимаю, ожидаем команду Pride. Вроде бы как Пента готова уже.
Да. Что-то сильно долго затягивается пауза. Вообще непонятно, что происходит. Ого! Ого! Мы уже понимаем, что происходит. Все же одного игрока пенты нету. Не просто так стоит пауза. Снова Саня нас покидает, да. Может, даже погибает в муках от интернета. Ну, слишком долгая пауза, друзья. Я даже не знаю, что еще вам сказать такого интересного. Прошло не так уж и много раундов, поэтому, ну, даже обсуждать нечего. Как и что будет показывать команды дальше. Кристал пока наклейками тут показывают. Айти, не увидел, сколько у него там фрагов уже набито на том самом автомате Калашникова. Так, ну я смотрю, что-то у ребят даже ножей нету. Уже три игрока заметил со стандартными ножами стоят. Ну, непорядок, непорядок. Видимо, они не знают про то, что все же идет розыгрыш. В группе как раз Binary Dragons. В которой и вы можете поучаствовать, опять же. Легко это сделать, достаточно зайти, почитать все условия, ну и ждать того самого числа, когда будет тот самый розыгрыш. Опять же, более детально посмотрите все условия в их группе. Опять же, ссылочку вы видите в чатике. Они достаточно простые, как по мне.
Ой-ой-ой. Попытка номер два запустить данную игру. По-моему, даже успешно все сейчас будет. Ну-ка, ну-ка, 2-1, счет матча, хорошо. Ну и да, проект закупается, не вижу его по у Минайса. И ну, остальные тоже закупаются, даже неплохо. Что ж, поехали смотреть за четвертым раундом, что принесут в этот раунд у нас команда Pride. В принципе, есть что показывать, есть чем удивлять. Минайс отправляется на шестую линию, сразу же будет закрывать как сотку, так и быстрее всего зелень с собой, но это немножко попозже. А Луз тем временем на точке Б, видимо, играл сначала вблизи, но вот решает все же назад немножко отойти, ну и действовать все же немножко пассивно. Как-никак, один на точке находится, и надо все же сейфово отыгрывать. Иноцент в коридорах находится, просматривает, опять же, поджим верх-низа. Минайс никого на зелени как раз не видит, в сотке тоже никого не видит. Какая-то вообще черная полоса для него, кажется, настает. Оттягивается на точку Б, куда, предположительно, возможно, будет выход, но, по-моему, он даже не угадывает. Там, на самом деле, Риц сейчас должен принимать своих оппонентов, которые будут на верх-низе спускаться. Ну и 2-1-2 будет выход на точку А в исполнении игроков команды Пента. Прилетает флешка, ну и, видимо, сносит Рица, минус Эксус. Минайс уже находится в зигзаге. Моррелс лишь минус один делает, после чего погибает. Минайс есть минус от него. И 2-3 ситуация, бомба. Начинает устанавливаться от игроков команды Пента, и на этом затишье. Луз стоит, просматривает. Он, по-моему, вообще завис. Да. Ну вот, Минайс последний, уже идет сейвить своего ПВП, в итоге это второй раунд для команды Пента. Сейчас бы игроков потерять. Что с одной, что с другой стороны. Ужас. Да. Так, ну и продолжают ребята игру, отлично. В этот раз пауза у нас меньше. Это, мне кажется, немножко радует всех. Минайс с одним ВП остается. Будут ребята с помощью него как-то попытаться взять тот самый раунд, который сейчас планируется. Ну и давайте посмотрим, как же это будет. Эксус отправляется на зелень. Минайс по верхней волне пытается занять быстро позицию. Ну и стрелить возможных оппонентов, которые могут появляться на котлах. Эссу давит отлично. Минус Эксус. Но, правда, Моралс отвечает тоже минусом. Ну и еще один минус фармляет, минус Кристалл, на развороте Зена не успевает он убить, Луз своим P2000 дождался Зена, сразу же убивает, ну и один Минайс остается против своих двоих оппонентов. Ну и, по-моему, имеется даже информация про то, что бомба лежит,
про то, что в принципе ее можно законтролить. И находит он сначала первого, сразу же флешку под вагон и давай бежать, менять позицию как можно скорее. Оттягивается на баню, но не будет тусить между линиями. Пытаться находить, опять же, таким вот образом своего оппонента, который, кстати говоря, уже подошел к пленту, ну и, возможно, сейчас будет устанавливать бомбу. На цент не видел никого. Вдали. Ну и решает по четвертой пройтись. Ну и вообще сделать кружочек. Ну, кругами ребята ходят. Что один, что другой. По-моему, Минайс понимает его оппонента. Минус от Минайса, и это дефьюз пошел. И третий раунд для команды Прайд. Что значит АВП у Минайса, как мы видим. Так, ну и посмотрим дальше. На самом-то деле у меня все еще потеряно. Команда Пента снова есть закуп. Ну, видимо, оформляют уже первый минус, убивают снайпера команды Прайд. После чего начинает свое движение на точку Б. Забирает, видим, ХС Рица. Но есть тут луз, кстати говоря, который как раз готовится к своему приему, но. Правда, его уже находят. Погибает зигзаги у нас Эксус. Последний Морлс остается против пятерых. Ну и потихонечку идет уже выбирать себе место, где можно засавить свой девайс, который. Значит, кстати, будет на следующий раунд. И отыграют свой девайс. Ну да, отыграют. Уже не отыграют. Кристал забирает последнего. 3-3 становится счет матча. Пента. Начинает хотя бы свою игру уже. Понимают, ребята, то, что как бы первую уже они проиграли. Первую карту я имею в виду. Вторую желательно взять, чтобы хоть как-то уже побороться за выход в финал. А то будет совсем. Ну вот. Непонятно, как же так это происходит. Хэс забирает луза на ступеньках, а видим, Минайс выходит. Ай! Растерялся немножко на самом-то деле. Мог забирать двоих, но вот не очень сморался. Минус один оформляет, после чего, видим, погибает. Зен убивает Рица, и последний Эксус остается, которого уже нашли на самом-то деле. Кристал как раз его убивает. Есть четвертый для Пенты. Ну и еще один экономически вынужденный отыграть команда Прайд. Потому что по деньгам, как видим, уже ситуация не самая лучшая у ребят. Отправляется вдвоем. На зелень. ХС уже оформляет первый еще минус. В Санни. Находит Минайса. Ну и Кристал. Зен и Санни делают последние те самые минусы. Ну что же, наконец-то и закуп под команды Прайд. Ну вот, какой-то уже тэкшн должен начинаться, потому что до этого что-то не самый сок у нас был. В игре. Появляется АВП снова от Минайса. Давайте, наверное, посмотрим, чем будет заниматься. В зигзаг, ну и быстрое занятие сотки. Попытаться стрелить игрока, который там находится. Залазить на вагон, ну и никого абсолютно там не находит. Луз снова вблизи отыгрывает на нижней волне. В этот раз он играет на чек, поэтому вряд ли его там, конечно же, заберут.
Как это было в предыдущем раунде. Так, ну и Кристал подходит в сотку. Есть тут Санни. Ну, сейчас начнется какая-то борьба, мне кажется, между снайперами, которые как раз пытаются бить один другого. Боже, Минайтс промахивается. Как это произошло? Но с другой стороны идет, забирает Кристалла, дальше открывается наверх-низ, но, правда, там никого не видит. Санни как раз его минусует за это время. Зен проходит по зелени, не видит Эксуса, который его убивает. Ну и Луз, видим, действует зигзага, но вся атака уже переходит на точку Б. Через нижнюю волну она проходит. Прострел неплохой зигзага по смоку. Ридс забирает двоих и третьего тоже записывает на свой счет. И это четвертый раунд для команды Pride. В итоге, видим, поляки показывают, что закупом ребята могут бороться. Ребята могут показывать хорошую игру. Ребята могут брать раунды. Поэтому Пенте будет как-то тяжеловато отыграть, если что-то ребята не придумают толкового. Что же, Иноцент выпускает тиммейта под флешку на котлы. Ну вот как раз под эту флешку никакого минуса так и не произошло. В принципе, играл там Луз вблизи, но, опять же, по таймингу оттянулся назад, поэтому не отдается. Санни вместе с Зеном действуют снова на зелени, пытаются продавить ее, но ничего особо не получается. Минайс снова просматривает, мы видим, сотку. В этот раз, возможно, у него даже получится оформить фраг, хотя... Ой-ой-ой, снова промах, снова промах. Ну, по-забавному все отыгрывает. Просто жесть. Жуминайз. В итоге его тоже закрывает. Минус от Сани, уже который два минуса с ревера оформляет Экзус. Минус Зен забирает Экзуса. Ну и последний Луз остается, который приходит, оформляет минус 2. 2-2 уже остается. 2 в 1, точнее, остается. Ну, Сани оформляет уже третий килл. 6-4. Польза команды Пента. Называется, наверное, мне кажется, раунд ошибка Майнос, потому что именно он опять же мог практически убить первого, после чего уже оттянуться назад. А так получился прокуролесил просто-напросто раунд целый. В итоге экономически отыгрывает команда Pride. Разбегаются каждый по своим точкам. Видим, Луз играет на поджиме. И, по-моему, даже сейчас подожмет. Именно вверх-вниз, но, правда, там... Да. Минус Эксус, и в итоге это седьмой для игроков команды Пента. 7-4, и снова закуп под команды Pride. Ридс в этот раз играет с Юмпом, Мак появляется у Луза. Ну... Хороший сборник такой в исполнении команды Pride. Но то, что не меняется, это то, что покупает себе Минайс ВП, ну и будет снова пытаться отыгрывать в этой сотке против Кристалла, но в этот раз Уорлс решил немножко помочь и порешать данный вопрос побыстрее. Минус снайпер команды Пента, четвером остаются у нас игроки, погибает Эксус, на зелени проход в целых три игрока, выходит на шестую уже линию в сотке. Сейчас будет у нас Санни, ну и продолжит ребята как раз атаку на точку А. Замечает Зен еще одного игрока. В итоге Ридс вместе с Лузом остаются. Конечно же, девайсы не самые подходящие. Особенно у Луза. С магом далеко не постреляешь. Минус Ридс. Ну и Луз, как видим, остается в зигзаге.
чтобы хотя бы, возможно, какую-то килучи сделать. Да, восьмой раунд для команды Пента. Ну и как мы понимаем, первую половину ребята уже выигрывают. Команда Прайд. Ну да, вынуждены подкупить. Видим пистолеты к магу. Ну вот, желательно, конечно, как-то потолковее сыграть. Особо как-то не отдаваться, но вот Луз, видим, забегает просто-напросто в смок, начинает давить, минус один уделает, а дальше зачем идти, если можно отойти назад, но все же погибает Луз. Дальше у нас идет атака на точку бэк, мы видим, но есть Минайс, который спрятал в смоке, минус один оформил, второго, к сожалению, не забрал, мы видим. 3 в 3 ситуация. Экзус уже находится за вагоном вблизи. Пытается по нижней волне сейчас пройти и убить оппонента. Но вот Санни, правда, забирает его. Риц последний с диглом, который проходит понизу. Но его тоже, как видим, законтролили. 9-4. Становится счет матча. Остается еще 2 раунда до окончания первой половины. Ну и Прайд, как видим, уже закупаются. Мне кажется, готовы брать самые два раунда оставшихся. Сейчас посмотрим. Так, Минайс. В соточке находит Кристалла. Дальше затишье у нас происходит. Риц на верхней низе забирает нас ХС. В итоге уже втроем команда Пента. Еще минута 30 остается. В итоге уже команда почти потерялась. Минайс и Моралс делают по минусу. Последний Санни остается. Бомба у него есть на руках. Это его, конечно же, радует, что не надо еще бомбу где-то выбивать. Но вот можно уже немножко пофантазировать. И составить уже какой-то план атаки. Как же стоит ему действовать на вот эту минуту, которая осталась. Решает под Б идти, там искать свое счастье, но, как мы знаем, там все контролит нас Луз, который находится на вагоне. И вот он замечает на нижней волне как раз оппонента, откидывает флеш, откидывает смок. Ну, так играет, будто там... Три в одном остался. Что ж, пятый раунд для команды Прайд и Пента. Возьмет ли десятый или нет? Солидным преимуществом уходить. Зверис на поджиме, отыгрывает, забирает, видим, ХСа. Ну и, в принципе, можно на этом отходить назад игрокам команды Прайд. То уже они оформили то, что им нужно. Забирает еще у нас Минайс Зена на зелени. В итоге вот в меньшинстве должны доигрывать у нас. Команда Пента, погибает еще и Кристалл. Ну, тут вообще, наверное, без шансов. И Нацент с нижней волны пытается оформить какой-то фраг. Заметил на вагоне Enemy. После чего решает с верхней попробовать его убить. Но там лежит смоук. И, по-моему, там уже сейчас его будут контролить все, кому им не лень. Саня еле-еле дожимает у нас Минайс. Я думал, все же уйдет у нас Минайс с таким вот интересным выпадом назад. А вот все же не сумел.
Так, ну и Пента будет выходить у нас на точку Б, но позиция Луза немножко опечаливает, как видим. Пента замечает Сани, минус от Луза. Это шестой раунд для команды Прайд. 9-6 заканчивается у нас первая половина. Смена сторон, ну и... Прайд теперь будет показывать себя у нас в атаке. Ну что, пистолетка, которая довольно-таки будет хорошим-хорошим бонусом для команды Прайд. Чтобы как-то продолжить ту самую борьбу на карте D-Train. Ну вот, стягиваются, видим, втроем ребята на котлы, будут пытаться выходить Б, есть флешка, Луз первый выходит, а там никого нету на Б, вдалеке находится Зен, который пытается настреливать, получается у него даже не полка, минус один он делает, Экзус тем временем забирает на Сане на зелени, дальше проходит вперед, забирает еще и на Цента, ой-ой-ой-ой-ой-ой, Кристалл на лоу хп. Так и не сумел никого убить. И Эксус доходит. Минус один. И второго он тоже забирает. Это 9-7. Прайд берут пистолетный раунд. Ну и понятное дело, Пента будет исполнять сейчас экономические. Для команды Прайд будет, мне кажется, запросто забрать самые раунды. Ну и таким вот образом все же сравнять счет на матче. Ну и снова нас ожидает, мне кажется, борьба на тех самых последних раундах. За счета там 10-10. 12-12. Где-то вот в таком вот русле, мне кажется, все будет происходить. Экзус забирает... Нет, не забирает. Слушайте, Зен его убивает. И Риз должен прорваться. Минус один Риз делает. Кристалл его, как видим, убивает. 2-3 ситуация. Ну и девайс-то уже подобрали. Команда Пента. В итоге вот довольно-таки уже неприятно для команды Прайд в такую ситуацию находиться. Морлс увидел вдалеке стреляющего игрока и решает занять позицию сверху. Минайс, видим, контролит шестую линию. Ну и Нацент как раз к нему приходит, в итоге получает голову. Ой-ой-ой, Сани! Как же так? Морлс не смотрел. Называется в бок. В итоге пошел дефьюз и... По-моему, Кристалл даже успеет раздефьюзить. Да. Mm, 10-7. 10-7. Удачный врыв в коридоры вот команды Пента. После чего ребята даже там девайс, как мы видели, да, подхватили, которые как раз были использованы против своих врагов, которые их покупали. Ну и Прайд решают оформить экономический быстрым выходом на точку А. Через сотку ребят проходят, начинают давить все, что только видят, но вот не сильно у них хорошо получается. Всего лишь один риц оформил фраг, убив Сани. В итоге есть 11 для команды Пента. Ну вот как-то мой прогноз не оправдался. Мы видим. Думал, что будет борьба, будет равная ситуация, но вот Прайд немножко ошибаются. В итоге находится не в самой лучшей ситуации. Так. Найс. Уходит с сотки. Заметил вдали оппонента. Дал дэмэдж, после чего видим... Решает отойти назад.
в принципе, правильно делает. Не ловит те самые гранаты, которые прилетают ему. Ну и сам оттягивается на точку Б, где, кстати говоря, находится всего лишь один Зен. И как раз он уже планирует принимать ходящих молотов, который не попадает в нужное место. Взрывается на вагоне. Луз идет входить своего оппонента. Но вот Зен оформляет уже минус 2. В итоге убивает Кристал. Моралс его забирает вдалеке. КС забирает уже двоих. И последний Юнайтед остается. Тоже погибает. Это 12-й для команды Пента. Над 7, ну и экономически вот команды Pride. Как-то расходятся ребята непонятно, погибает нас Morals, минус Минайс, ну и, по-моему, еще и Экзус тоже там погибнет, да. Как-то по одному ребята пытаются отыгрывать на самом-то деле. Да, можно вроде бы команды собраться, ну и пойти и задавить одну из точек. Подбирает Луз, видим бомбу. После чего вверх-вниз, где погибает. Тринадцать семь. Ну и Pride закупается. На самом деле все меньше и меньше шансов, конечно же, остается у поляков, чтобы как-то закончить данный матч со счетом 2-0. Если нет раунд, то уже, по-моему, никакой их не спасет. Ну что же, выход на точку Б под флешку в исполнении игроков команды Pride. Остается снова один единственный Экзус на зелени. Тем временем все же проходят отличные игроки команды Pride. Идет уже установка бомбы. Ну и Экзусу надо поторопиться. Не взрывает нас Рица. В итоге бомба сбивается. Надо ее подбирать. Надо снова у нас устанавливать ее. Минус ТХСа. Ну и Экзус, который заходит уже в зигзаг, который должен убивать у нас ТХСа. На цент видим действие у нас на верхней волне. Забирает Экзуса. Ну и один в один ситуация. На цент пока что бегает, видимо, между линиями, пытается найти последнего, но Morals, как видим, непрост. Подбирает бомбу, ну и начинает ее устанавливать на точке Б, ну а сам же на цент немножко потерялся, как мы понимаем. В итоге замечает последнего. Взлетает флешка, которая вызывается Morals, и это 8-й раунд для команды Pride. Ну и, как видим, все еще в силе. Команды Pride остается ребятам так постоянно брать раунды. Но, правда, не в таком русле все это оформлять. Майнес своим маком сейчас будет пытаться пройти по шестой линии, ну и встретить оппонентов огнем, но вот начинает движение, в итоге сразу же, видим, погибает Риц, забирает Зена, минус от ХСа, погибает нас Morals. Ну и втроем остается команда Pride, которая решает через верх-низ попробовать себя. Ну и Эксус стоит на сотке.
XS срывается вверх-вниз, в итоге уже погибает от Ридза. Ридз еще один минус делает и забирает еще и Сани. Последний кристалл остается один против троих, который, поджимает с точки Б, будет, возможно, действовать тоже сверх-низа. Да, потихонечку спускается. Но Луз как раз контролит его и убивает, видимо, голову. Подбирает АВП, ну и... Минайс сейчас будет очень рад появлением снайперской винтовки как раз в руках. Так, ну и 9-13 счет матча. На последние закупается у нас команда Пента. В случае проигрыша будет у них экономический следующий раунд. Как мы видим. Минайс с АВП. Ну вот сотки отыгрывает, но пока найти никого еще не может. Довольно-таки все пассивненько отыгрывают. Сани появляется, видимо, исполняет минус 2. Еще в дым прошивает нас Морлза. Да, ну и поляки, называется, захватили эту самую доминацию, но что-то ее сразу же теряют. Как мы видим. Втроем начинают обсуждать, что же им такое интересное сделать. В итоге принимают решение все же на точку А выходить. Двое через сотку, один через верх-низ. Луз флешка в исполнении этого игрока. Прыгает вниз, вверх-низ. Ну и пытается, конечно же, выйти из этой позиции. Прокидывает смог к пленту поближе. На цент вдалеке находит голову Ридза. Ну и вдвоем уже остается команда Pride. Сани замечает Ридза, забирает его Эксус последний, который... погибает от кристалла. Да, ну вот... можно уже, мне кажется, готовиться к следующей карте, которая нас ожидает. Карта... если не ошибаюсь, кэш, которая будет завершать данную Best of 3 серию. Да-да-да, кэш, как раз. Ну, вряд ли тут, как-то, мне кажется, поляки потащат. Эксус берет АВП. Минайс уже не доверяют данную снайперскую винтовку. Хотя стоит Минайс подхватит, если что. Потом, если что, сразу же подберет ее. Зигла пытается прошить дым, но... ничего не выходит. Хотя попадает, слушайте, по... на центу 64 хапа у него остается. Пятьдесят секунд остается до завершения раунда. Прайд решают стягиваться в коридоры, решают, возможно, выходить. Ага, на точках будет выход. Эксус есть первый минус. Дальше проходит Луз вперед. Не стоит забывать то, что там редовый ХС, который убивает минус у Ридза. Правда, кристалл сразу же, видимо, показывает тоже фраг. Заходит Луз в спину. Минус кристалл. И последний Зен остается, который исполняет уже минус один. Но в спине сейчас окажется Минайс, который уже погибает, замечает еще одного на верхнизе у нас Зен. В итоге 16 кп остается у этого парня, но он сражается до конца, как лев, но Моралс, как видимо, встречает. Это 10 для команды Прайд. А может, и не все и потеряно, слушайте. Еще борется команда Прайд и, видимо, закупаются. В принципе, может все получиться.
Минайс, первый минус есть от него, есть даже и второй. Это все на зелень не оформляет, но вот Сани, по-моему, не пробьешь. Сани занимает позицию, минус один делает, а второго не удалось подловить. Аксус как раз его и убивает. Моралс немножко проходит потихоньку к Аплейсу, Кристал и Хэс остаются вдвоем, но вот, правда, Хэс уже погибает, да? Кристал вряд ли живет, хотя минус 2, фас исполняет, боже мой. Ай-яй-яй-яй-яй, молотов прилетает, приходится прыгать в плент, но пошел биться у нас Лус, ну, на подхвате играет Риц, который как раз и завершает данный раунд. 14-11, друзья, ну и экономически должен быть от команды Пента, нету абсолютно, ребят, денег, поэтому, возможно, это будет даже и 12-й для команды Прайд, хотя, вспоминая второй раунд у команды Прайд за атаку, пистолеты могут свою и показать в обратном направлении. Хотя, вроде бы, как не в этом случае, вроде бы, сдалека держат у нас игроки команды Прайд своих оппонентов, поэтому вряд ли что-то не получится. Да. Эксус забирает на Сани. В итоге втроем уже остается команда Пента. Лус аккуратненько все прочекивает. Кристал забирает Эксуса. Минус Риц. И тут уже опасненько становится. Ну вот Лус убивает на Зена. Минус Хэс, минус Кристал. Это 12-й раунд для игроков команды Прайд. Немножко разыгрались у нас поляки. Три подряд берут и попробуют взять четвертый. Правда, Пент играет уже, видим, с закупом. Команду Прайд должен останавливать. Лус начинает раскид под точку Б, ловит в ответ тоже смог, решает наконец-то оттягиваться назад, оттягивается наверх-вниз, потому что именно такой выход и планируют ребята оформить. 1-3-1. Ну и уже выходить команда Прайд вперед. Хэс на Луза, вблизи как раз Аксус своего оппонента. Минус от Моралза. Но вот Минайс контролит своего оппонента, но промахивается. Хаешечка, которая не долетает. В итоге есть информация как раз по одному, но главное найти последнего. Тут отпускает Сани. Сани уже минус 2 исполняет. Ну и Зен. Последний минус. Это 15-й для команды Пента. И как вообще это произошло? Вроде же нормально все было для команды Прайд. В большинстве ребята отыгрывали. Оставалось только поставить бомбу. Оставалось только закончить данный раунд. Но ребята берут. Ну и заканчивают, правда, не в свою пользу. 12-15. Ну и на грани находится команда Прайд. Проигрыша. Ну и на точку Б решает все исполнить команда Прайд. Втроем они будут через верхнюю волну выходить. Ну что же, Зен принимает всего лишь одного. Вот после чего у нас, видим, Кристал подключается к этому приему. Луса. Отлично, головашот стоит по Кристалу. Минус от Сани. Бомба уже стоит. И 2 в 3. Ситуация. Эксус, видим, откидывает все гранаты, которые только возможны. Но сам же продолжает стоять. Тем временем Хэс просто в спину заходит и, как видим, убивает двоих. Ну что ж, друзья, это победа команда Пента на своей карте. Ну и счет у нас становится в Best of 3 серии 1-1.
Ну и, как говорил, все же ожидаем мы следующую карту под названием Кэш, которая как раз и должна через минут 10-15 начинаться. Ну именно там мы определим второго финалиста, будет ли это команда Pride или же команда Penta. Пока еще неизвестно. Все решит карта Кэш, поэтому уходим на перерыв, после чего будем возвращаться обратно в трансляцию.